Я в эфире, друзья. Привет и ждем людей. Ждем людей. Спасибо за ваши лайки. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Обычно я веду трансляции по бизнесу, потому что я занимаюсь бизнесом в интернете, но речь сегодня не об этом. Сегодня мы с моим мужем отмечаем день свадьбы. Знаете, куда я направляюсь? Угадайте, куда я направляюсь. Как меня слышно? Поставьте плюсики. Жду ваших плюсиков. Надеюсь, что связь мобильная сегодня меня не подведет. Поставьте пару плюсиков, как меня слышно, как меня видно. О, хорошо. Угадайте, куда я направляюсь. Сейчас вам буду показывать, куда можно направляться. Как все начиналось, у меня называется трансляция. Направляюсь я. Сейчас я вам переключу камеру. В этом ЗАГСе 2 года назад состоялась моя свадьба с Борисом Маркеловым. Видите, впереди находится ЗАГС. Я туда не буду переходить, потому что здесь оживленная трасса. Привет, Таня, спасибо. Спасибо, спасибо. Да, сзади меня находится ЗАГС, а знаете, как мы познакомились? Просто упадете. А мы познакомились в проекте «Всем миром». Можете представить вообще? Человек жил в Мурманске 3000 километров от меня. 3000 километров. И увидел меня в интернете и полюбил меня. А я полюбила его. И эти две дороги пришли в одну дорогу, бизнес-дорогу. Он бросил все, он продал квартиру, он продал машину. Он бросил всех своих друзей в Мурманске и прилетел ко мне. Представляете, какая сильная штука любовь. Сегодня мы в парке города Азова. Это наш парк. Вот. Сзади меня ДК, вот там ДК, а это наш парк. Сейчас я переключу камеру. Там парк, а мы сидим вот в этом кафе, в узком семейном кругу. Моя дочка Вика с нами не пошла, ей с нами не интересно, пошла она с подругой. А мы взяли нашего бэбика и заказали шашлык, заказали шампанское, заказали, вот уже салаты принесли. Ты смотришь мою трансляцию, все слышал? Это, наверное, ты поставил лайк. Вот такая вот семейная пара, представляете? И мне салатик принесли, смотрите. Сейчас жарят нам шашлык. Принесли салатики, пиво. Я люблю вот такое вот маленькое шампанское, потому что одной бутылки мне много, а может и немного. И Вова с нами пришел, да? А Вова заказал у нас вот такую молочную смесь. Принесли нам кипяточка. Степан пишет: добрый день, Ирина Агапова, плюс супер. Да? Что скажешь? Ну, то я скажу. Было всякое разное, но до сих пор мы вместе. Сюда поцелуй. Вот все для вот. Пиара, для пиара. Вот так вот постоянно. А вот наше совместное производство. Наш сын Владимир, его, кстати, тоже знают в интернете. Вова, тебя смотрят. Да. Его укрыли пледом, чтобы он не замерз.
Спасибо за ваши поздравления, Светлана, спасибо. А ты нам дашь посидеть? Тебе шашлык заказать? Мы сидим, а денежки идут. Завтра мы начинаем марафон, но это уже не в тему. Будем отдыхать. Спасибо за поздравления, ждем шашлык. Всем пока-пока.